Елена Камерзан приехала в Сочи на отдых из Алматы. О сочинском чемпионате по бильярду узнала случайно и сразу приняла решение играть. Она единственная на соревнованиях представительница прекрасного пола, но такого соперничества не боится. Кий в руках держит 10 лет. Говорит, в этом спорте женщин не так много, поэтому не раз приходилось выходить к столу против более сильных в игре мужчин. Единственное то, что мужчины все-таки они сильнее, мне кажется, в этом виде спорта. Ничего страшного, красота же должна присутствовать на турнире. Чемпионат Сочи по бильярду решили провести в одной из разновидностей русского бильярда – «Свободная пирамида». Приурочили турнир к предстоящему 70-летию Победы. Сегодня и завтра пройдут отборочные встречи. Каждый из игроков проведет по несколько матчей. К столам выходят не только любители. Артем Тумасян, например, один из лучших игроков Сочи, неоднократный призер городских турниров. Бильярд довольно поздно начал, это 20 лет для бильярда. И это можно сказать, что продолжалось несколько лет так, тренировки и учеба. Потом стал участвовать в турнирах. Сейчас стала развиваться федерация, проводить турниры чаще стали. В чемпионате города принимают участие всего 19 человек. Но это только начало, говорят организаторы. В этом году в Сочи создали Академию бильярда. Одна из целей – напомнить, что эта игра не просто развлечение, а самый настоящий спорт, требующий от игроков выносливости и натренированных мышц. Ведь зачастую удары приходится наносить не из совсем удобных позиций. Также в планах открыть секцию по профессиональной игре в бильярд и сформировать команду города для участия в краевых и более крупных турнирах. Мы должны восстановить репутацию Сочи в бильярдном спорте. Раньше, где-то в 2000-90-е годы, мы занимали лидирующее положение не только в крае, но мы были вторыми после Москвы по нашим результатам. В нашем городе 3 мастера спорта международного класса по русскому бильярду. Мы были чемпионами Советского Союза, России, Европы. Самые интересные матчи пройдут 2 мая. В этот день разыграют медали за 1-4 места. Победители ждут не только памятные кубки, но и солидные для городского турнира призовые. 25 тысяч рублей. Столько получит обладатель золота чемпионата Сочи. Инга Габеш, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.